heaven on earth. Не нужно, чтобы кто-то говорил вам прославить Бога. Вы прославляете Бога, потому что сегодня вы здесь и любите Его. Поаплодируйте Господу, хлопайте Ему, воздавайте великую славу Царю царей и Господу Господ. Он по-прежнему все держит, все в своих руках. Он Спаситель, который победил ад и смерть. Сегодня Он по-прежнему жив, Бог за нас, и за Ним всегда будет последнее слово. Во имя Иисуса, аминь. Добро пожаловать сотни тысяч зрителей ТБН. Претория, поаплодируйте зрителям ТБН и Ютуба. One Gospel в Индии, Praise TV в Пакистане, прямых трансляций в Фейсбуке и на Ютубе, и на нашем сайте CRC. Слушателям радиостанции, всем зрителям Африки, что само по себе уже великое чудо. Приветствуем всех наших друзей в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Пакистане, Китае, здесь, в Африке. Аллилуйя! Давайте поприветствуем всех тех, кто пришел сюда сегодня. Эту программу смотрят миллионы людей. Сегодня будет особенный день. Бог здесь. Он ждал вас еще до того, как вы сюда пришли. Добро пожаловать тысячи наших друзей из Блумфонтейна. Если другие могут устраивать марши, значит и мы можем устроить марш для Иисуса. Йоханнесбург, уже совсем скоро мы возобновим режим перевода, как у Филиппа, и вы меня увидите. Мы поменяем время богослужения, поскольку мне нужно быть в Йоханнесбурге. Мы нанесем удар сатане в Йоханнесбурге и сокрушим его приспешников, чтобы люди спасались. Я буду у вас через несколько недель на служении в 9:30. Пусть вас не смущает это отступление. Я просто говорю все заранее. Мы не будем сидеть в расслаблении, когда пришло время сотрясать ад и населять небеса. Мы здесь не ради увеселения. Добро пожаловать в Кейптаун. Добро пожаловать все, кто живет на западном побережье. Наши дорогие друзья и сестры из многих других городов Африки, включая Мпумалангу. Надеюсь, это будет прекрасный вечер. И вы готовы, что Бог сотворит сегодня что-то особенное? Надеюсь, вы готовы вернуться в церковь. Аминь. Пожалуйста, садитесь и возьмите свои Библии и откройте 37 главу книги Иезекииля. Давайте прочитаем слово, а затем уж вновь будем поклоняться. Сегодня я хочу поговорить с вами о Боге внезапности. Он Бог внезапности. Порой дьявол приходит неожиданно, но это несравнимо с тем, что происходит, когда Бог внезапно появляется на планете Земля и в вашей личной жизни. 37 глава Иезекииля. «И была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, оживут ли кости сии, оживет ли экономика Южной Африки, ваш брак, ваши финансы, ваш бизнес. Я говорил вам на прошлой неделе, что Бог откроет скалу, и из нее хлынет вода. Это означает, что все мертвое оживет. Бесплодное начнет приносить плоды. Во имя Иисуса. Бог превратит вашу пустыню в плодородную почву, в прекрасный сад. Я знаю, что на балконах тоже много людей. Вы немного ближе к Богу, так что подпрыгните и воздайте Богу славу. Это не время спокойных служений. Это время великого пробуждения во имя Иисуса Христа. И сказал я, «Господи Боже, Ты знаешь это. То, что невозможно для людей, возможно для Бога. Для Тебя, Боже, нет ничего сложного и невозможного». И сказал мне из реки пророчества,
скажи этим костям, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. А вот я введу дух в вас, и оживете, скажите, жизнь, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете. Южная Африка, Африка и все народы мира, что я Господь. За ним последнее слово во имя Иисуса. Я изрек пророчество, как повелено было мне. Я сказал не то, что говорят в новостях. Я сказал не то, что говорят противники. Я сказал не то, что говорят политики. Я сказал то, что сказал Бог. У вас великое будущее. Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло. Чтобы дать вам великое будущее и надежду во имя Иисуса Христа. Кто-нибудь скажите, у меня есть будущее. И когда я пророчествовал, произошел шум. И вот, скажите, и вот. Другими словами, и вот означает «вдруг» или «внезапно». Вы наверняка знаете, что это означает. Внезапно все изменится. Поверьте мне, это слово от Господа на сегодня. А вдруг? Внезапно все изменится, внезапно все, что закрыто, откроется, и никакой дьявол, никакой клеветник, никакой противник, никакая оппозиция, никакое проклятие не помешают тому, что сделает Бог в эти последние дни, время излияния Духа Святого. Бог наполнит жизнью все иссохшее. Все мертвые сферы во имя Иисуса. И вот движение. И стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху. А духа не было в них. Тогда сказал он мне, «Изреки пророчество Духу, то есть Духу Божьему, изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них Дух». Я хочу сказать вам сегодня, к вам направляется жизнь, к вам направляется дух, к вашей церкви направляется пробуждение, к вам направляется благословение, к вам направляется благоволение, к вам направляется умножение во имя Иисуса, не воинством и не силою, но духом моим. Все будет лучше. Все будет иначе, и нас ждет величайшее излияние Духа Святого прежде, чем вернется наш Господь Иисус Христос. Нас ждет величайшее движение Бога прежде, чем вернется наш Господь Иисус Христос. Нас ждет величайшее излияние благословений прежде, чем вернется наш Господь Иисус Христос. Но нам нужно занять правильную позицию и приготовиться к организованным Богом неожиданностям в нашей жизни. Запишите это. Организованные Богом неожиданности в нашей жизни. В третьей главе книги Малахии сказано, «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Деяния 2 глава с 1 по 4 стих говорит внезапно. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно, скажите это внезапно, нет, так не пойдет. Посмотрите на кого-нибудь и скажите «внезапно». Так что готовьтесь, перестаньте быть нейтральными во имя Иисуса. У Иезекииля сказано, что сначала надежда была потеряна. Сегодня многие потеряли надежду. Люди говорят «я потерял бизнес, потерял работу, потерял машину, я потерял надежду, я ее потерял». Но Бог говорит «нет-нет, сухие кости оживут». Тебе нужно поменять свой взгляд и видение. Не смотрите на вещи глазами тела, посмотрите на них так, как смотрит Бог.
Вам нужно быть выше ситуации. Вам нужно смотреть сквозь шторм и видеть руку Бога даже в долине смертной тени. Вам нужно верить, что Господь — ваш пастырь, и вы не будете нуждаться. Вам нужно верить, что вы справитесь, как бы трудно вам ни было. Не становитесь циником, даже если кажется, что вокруг сплошной ад. Продолжайте идти во имя Иисуса Христа. И верить, что вас ожидает такое же внезапное. Внезапно кто-то вас узнает и заметит, кто-то вас повысит, кто-то вам поможет, кто-то назначит встречу. Бог непременно использует кого-то, чтобы вам помочь. Это будет внезапно, организованная Богом внезапность. Как раз тогда, когда вас атакует враг. Когда враг атаковал Давида, и тот побежал прочь в поисках убежища, Бог сказал ему: «Когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам деревьев, тогда выступай вперед. Готовьтесь, потому что все изменится. Готовьтесь преодолеть трудности к тому, что Бог изменит направление и цель вашей жизни, потому что именно такому Богу вы служите во имя Иисуса». Вспомните об учениках в первой церкви. В одно мгновение все изменилось. Внезапно, в один момент, они превратились из робких, напуганных людей в творцов истории, потому что искали Господа. И Библия говорит, когда они искали Господа, Он пришел внезапно. Я уже говорил вам, что сейчас, во время пандемии, не время изучать христианство. Сейчас время приближаться к Нему, приближаться к Иисусу. Вам не нужен пророк. Вам нужен Иисус. Вам нужно приблизиться к Иисусу. Вам нужно получить помазание. Вам нужно войти в атмосферу Его Духа, как это сделал Иезекииль. В то время в стране была засуха, в экономике. Гиганты были вполне реальными. Люди потеряли надежду и говорили: «Бог нас покинул». Что сделал Бог? Во-первых, Он поднял пророка над ситуацией и показал ему свой взгляд на положение вещей. Бог поменял его видение и напомнил ему о видении для Израиля. Каким оно было? «У меня есть для вас земля изобилия, земля, где течет молоко и мед». Когда Бог вывел их из Египта, они вынесли с собой золото и серебро. Бог сделал так, что из скалы вода била фонтаном, а не сочилась. Эта вода несла жизнь всем тем, кто ее пил. Теперь Бог пришел к Иезекиилю и сказал: «Все может измениться к лучшему. И в Южной Африке, и в Гане, и Кении, и Зимбабве, Израиле, Пакистане, Афганистане». Мы уже достигаем людей в Афганистане. Это великое чудо во имя Иисуса. Мусульмане обращаются ко Христу через нашу телепрограмму. Это ли не причина воздать Богу великую славу? В один момент все изменилось. Церковь родилась. Она была больше и выразительнее, чем могли себе вообразить первые ученики. Те 12 человек, которые в страхе сидели в укрытии. И вот пришел Бог. Когда приходит Бог, все меняется. Когда Бог приходит в ваш бизнес, когда Бог приходит в вашу ситуацию, когда Бог касается вашего тела, все меняется. Слишком долго Бога изображали как далекого и равнодушного. Однако в Библии есть много примеров встречи людей с Богом. Бог стал для них реальным. Они начали видеть Бога. И тогда все изменилось. А вы знаете, что у CRC сотни тысяч членов по всему земному шару? В одной только Южной Африке это 150 тысяч человек. Но это служение началось всего лишь с нескольких людей, которые молились и взывали к Богу. Мы молились, взывали к Богу, и затем пришел Божий огонь. Это было внезапно. Никогда не забуду, как однажды молился и взывал к Богу со словами: «Я хочу увидеть, как ты действуешь, увидеть то, чего я никогда раньше не видел». И Дух Святой ответил: «Сегодня ты увидишь то, чего никогда не видел». Вечером у нас было собрание пробуждения. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Я вышел и еще даже не начал говорить, как люди вдруг стали падать со своих сидений. Я подумал: непорядок, в церкви такого быть не должно. В то время у нас была небольшая группа
помощников, я попросил их выносить каждого человека, который упал со своего сидения из зала, а в итоге в зале никого не осталось. Я подумал, случайность? Но это повторилось и на другой вечер, и на третий. Я выходил, чтобы проповедовать, и едва я успевал открыть рот, как люди начинали падать. Конечно же, помощники выносили их из зала. Вы знаете, церковь должна быть местом порядка. Вот только я не понимал Божьего порядка. Я понимал богословский порядок, религиозный порядок, когда все контролируют люди. Потом Бог призвал меня в Блумфонтейн на 7 вечеров, и там сходил Дух Святой. Наши собрания шли 7 вечеров. В один из них был исторический момент. К нам приехали пожарные, поскольку им сообщили, что здание горит. Это были прохожие, неверующие. Увидев пламя на здании, они вызвали пожарных. Да, пожарные приехали, но они не смогли потушить огонь, потому что это был не обычный огонь, это был огонь Духа Святого. Так внезапно родилась церковь CRC, и с тех пор атмосфера и огонь Бога привлекают миллионы людей. Мы увидели миллионы спасенных благодаря одному внезапно, благодаря одному организованному Богом моменту, когда люди просто взывали жаждой и говорили: «Боже, мы в отчаянии! Мы жаждем увидеть Тебя! Церковь, нам нужно взывать к Богу, как никогда! Нам нужно быть голодными по Богу, независимо от наших испытаний, сложностей и ситуаций. С чем бы вы ни столкнулись, вам нужно взывать к Богу, и Бог появится внезапно. Он обратит ваши слезы в радость. Он снимет с вас лохмотья и оденет славные одежды. Он обратит ваших детей, живущих в бунте, к спасению, к рождению свыше. Пока вы поклоняетесь здесь Богу и смотрите на Него, Он будет действовать и касаться людей вне церкви сегодня. Он коснется вашего мужа, пока вы поклоняетесь Богу в церкви. Ваших упорствующих детей осенит сила Божия. Это произойдет в вашей жизни внезапно. Во имя Иисуса. Сын одного моего хорошего друга отвернулся от Бога, и у него были серьезные проблемы. Мой друг-пастор, он оставлял своего сына на Божьи пути. Однако тот взбунтовался и сбежал с наркодилерами и автоугонщиками на 12 лет. Представляете, его мать молилась. Молилась непрестанно. Она молилась и говорила: «Я двигаюсь не тем, что вижу, а Твоими обетованиями, Боже. Мои дети-бунтари будут служить Тебе. Я двигаюсь не тем, что слышу о моем сыне». Все знали, что этот парень — сын пастора. Однажды наступило внезапно. Плохое внезапно. Но это привело парня в чувство. Он перешел дорогу другим наркодилерам и угонщикам и знал, что его хотят убить. Его мама молилась за него, и Бог проговорил к нему внезапно. Услышав Бога, юноша побежал домой. В 30 с чем-то лет он побежал к своей маме. Аллилуйя. Это был момент внезапности. Бог чудесным образом спас его. Сегодня этот юноша горит для Бога в служении, чтобы перевернуть мир для Иисуса Христа, как было с Павлом по дороге в Дамаск. Как бы вы ни отдалились от Бога, Он не собирается списывать вас со счетов. Неважно, насколько плохо все вокруг, у Бога есть для вас продуманное внезапно, продуманное освобождение для вашего ребенка, ваших внуков, вашего поколения. У Бога есть продуманное внезапно. Но вам нужно принять решение. Сухие кости могут ожить. Этот человек может прийти в себя. Мой муж может обрести свободу от алкоголизма. Мой ребенок может обрести свободу от наркозависимости. Вы должны принять решение и стучать в небесные врата. Когда вы меньше всего этого ожидаете, когда ваш сын все еще будет веселиться на вечеринке, наступит это внезапно. Внезапно он придет в чувство, и Дух Святой осенит его, и он вернется домой. Верьте, что ваш ребенок будет спасен, что ваш родственник будет спасен. Воздайте Богу славу за ответ до того, как он придет, потому что это произойдет внезапно. Придет Освободитель. Сила Бога непременно
непременно что-то совершит. Неважно, где сейчас находятся все те, кто когда-то отвернулся от Иисуса, блудный сын внезапно пришел в чувство, внезапно его глаза открылись, и он подумал, «А что я делаю в этом свинарнике? Что я делаю с этими грешниками? Мне лучше вернуться в дом моего отца». Мы увидим блудных детей, отступников, ненавистников, противников. Все они побегут в Дом Божий. Мы увидим великих грешников, наркодилеров, проституток и людей, с ними связанных. Они побегут в Дом Божий, потому что есть это внезапно. Бог придет внезапно. Внезапно придет пробуждение, когда Бог изольет от Своего Духа на землю, и мир увидит Его. Я чувствую, что Дух Святой здесь. Воздайте Ему славу. Прославьте Его за свою семью. Я чувствую, что сегодня Бог меняет людей на этом месте. Прославьте Его за своего сына, за свою сестру, за родственника, которому трудно прийти ко спасению. А это будет внезапно. В 22-м году мы увидим, как многие вернутся домой, многие потерянные, многие блудные дети, многие насмешники. В словаре Вебстера есть определение слова «внезапно». Это то, что происходит неожиданно, то, что полностью и сразу меняет положение вещей. Бог что-то изменит в вашей жизни, угол обзора или подход. Но вам нужно быть открытыми. Не держитесь за старое. Все будет как всегда. Нет, не в это время. Ожидайте организованного внезапно, потому что оно непременно случится. Бог проговорил к Давиду, когда на того напали филистимляне. Во второй раз Давид спросил его сам. К тем, кто ищет Господа, он придет внезапно в свой храм. Церкви вновь откроются, и это прекрасно. Так что можете воздать Господу славу. Скажите своим друзьям, что церковь открылась. Это что-то, связанное с резкими переменами. Кто-то из вас представляет Духа Святого как кроткого голубя, но он не только кроткий голубь, но и порыв сильного ветра. Впрочем, он не голубь, он лишь подобен ему. Он может прийти в образе голубя, но он не голубь. У него есть определенные атрибуты, но он не голубь. Я рос среди забавных пятидесятников. Очевидно, они были слегка не в себе. У них были красивые белые голуби, и в определенное время их выпускали в зал. Считалось, что человек, на которого сел голубь... Да, я сказал, сел, получал в тот день помазание. О, Иисус! Это действительно было так? К слову, пастор Анри и Петра, они тоже очень забавные люди. Мы так давно трудимся вместе, и теперь они будут пасторами здесь, в Притории, но по-прежнему они будут приезжать в Блумфонтейн. Я хочу их поприветствовать. Ему не понравится то, что я сейчас расскажу. Но, тем не менее, Анри — это один из 28 человек во всем мире, которые получили две награды. Первая, вот они, — это награда спецназовца. Да, он не любит о ней говорить. А вторая? Это награда парашютиста, когда он прыгнул с высоты 12 тысяч километров. То есть, простите, метров. А всего 12 километров, да. Не километров, конечно, иначе это был бы прыжок из космоса. Таких людей в мире всего 28. И Анри один из них. Если вам кажется, что пасторы, выпускники библейской школы, такие, знаете, бесформенные... Совершенно бесхребетные, слабаки. Мне вас жаль. Если вас толкнут,
Мы дадим отпор. Речь идет о Царстве Божьем. И о наших семьях. В любом случае... Нам не хочется, чтобы ваш нос внезапно изменил форму. Я ничего конкретного не сказал. Библия говорит, для чистого все чисто. Если вы что-то додумали, это ваши домыслы и всего-то. Если бы я не получал удовольствия от того, что делаю, я был бы безумцем, как некоторые из ваших друзей. Я не хочу говорить так о ком-то из вас, это будет очень грубо. Что ж, внезапно. Это всегда резкие, радикальные перемены, надеюсь, вы понимаете. Они происходят за короткое время. Так что вы быстро сбросите вес. Это была шутка. Вам лучше приготовиться к тому, что Бог будет действовать. Аминь, пастор. Да, аминь. Это внезапно появится на свет. И ваш муж должен быть рядом. Что ж, продолжим. Итак, когда приходит Бог, все происходит очень быстро. Аминь. Я все смеюсь и смеюсь над вами. Или не над вами. Нет, это было бы неправильно. Все изменится радикально. И изменится к лучшему. Мертвое живет, бесплодное будет приносить свои плоды. Аминь. Бог совершит это внезапно. Потерянное будет найдено. Если сатана что-то у вас украл, вам придется встать. Использовать свою власть и заявить этому вору: «Верни». Ему придется вернуть в 7 раз больше во имя Иисуса. То, что кажется теплым или холодным, в одно мгновение будет охвачено огнем Духа Святого. Пасторы вновь будут охвачены огнем, члены церкви вновь будут охвачены огнем. Люди, сидящие перед телевизором, посмотрят на все иначе. Огонь сойдет на вас, и вы вновь вернетесь в Дом Божий, потому что вы жаждете Божьего, и Дом Божий пробудит вас во имя Иисуса. Разбитое будет исправлено и восстановлено, слабое станет сильным, скованное получит свободу силой Духа Святого. Аллилуйя! Закрытое будет, наконец, открыто силой Духа Святого во имя Иисуса. Все изменится внезапно, ни с того ни с сего. Внезапно все радикально поменяется в вашей жизни, в вашей родословной, в вашей семье. Всякое проклятие, заклинание, колдовство будет разрушено, и Бог явит свое благословение в вашей родословной. То, что было украдено, будет восстановлено. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Аллилуйя. Ваши лучшие дни впереди. Горькие воды Мерры превратятся в сладкие воды. Сладкое будущее. Сладкий брак, приятное эмоциональное расположение. Благодаря воде Духа Святого во имя Иисуса. В 59 главе книги Исаии сказано: «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Если сатана приходит, как река, если враг накрывает вас волнами, как река, Дух Святой придет и оттолкнет его во имя Иисуса Христа.
Захария, 4 глава, 6 стих. «Не воинством и не силою. Бог будет действовать внезапно, неожиданно, радикально. Все изменится. Направление вашей жизни изменится. Благодаря действию силы Божьей во имя Иисуса. Верьте, что в наши дни произойдет внезапное вмешательство Бога». Исаия, 60 глава, 22 стих. «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Будем честными, за последние 2 года мы с вами многого лишились. Как пастор, я думаю о душах, которые были у нас украдены. Люди, которые должны быть спасены, не получили спасения. Но я говорю вам, что мы завоюем 7 раз больше людей во имя Иисуса Христа в следующем году, когда будем устраивать крусейды на стадионах по всей Южной Африке. Мы увидим множество спасенных и нанесем удар дьяволу. Мы не собираемся расслабляться и сдаваться. Мы еще более решительны силой Духа Святого. Мы увидим десятки тысяч людей, которые получают спасение на одном собрании. Я вижу это, я верю в это и пророчествую об этом во имя Иисуса. По всей Южной Африке я вижу полные стадионы, построенные здания, полные церкви, людей, стремящихся в Дом Божий. Я вижу Божий огонь в церкви. Я вижу силу исцеления в церкви. Я вижу живого Бога во имя Иисуса. Те, кто пришел найти Его, Бог коснется их. Бог наполнит ваш разум спонтанными мыслями. Бог даст вам новые идеи. Бог даст вам стратегию внезапно. Если вы рыбачите и молитесь, Бог даст вам идею, в каком месте порыбачить. И тогда вы вернетесь с таким уловом, какого никогда и не видели, потому что именно такому Богу вы служите. Он Эл-Шадай, Он ничем не ограничен. Он Эл-Шадай, Он больше, чем достаточно. Он обеспечивающий всем. У Него по-прежнему вся власть на земле и на небе. Он по-прежнему слышит наши молитвы и готов двигаться внезапно и мгновенно во имя Иисуса. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Приготовьтесь к этому внезапно. Приготовьтесь к божественному вмешательству, божественному восстановлению. На этой неделе, когда я молился о своих нуждах, Бог проговорил ко мне. Я не говорю, что Бог не говорит со мной, но в моей жизни было несколько раз, когда Он говорил ко мне. Это был необычный голос, однако я различал каждое Его слово. Он говорил 20 минут. Я не ожидал этого, но Бог внезапно стал говорить ко мне. Он говорил и говорил, Бог все держит в своих руках. Не нужно бояться пасторов. Да, им не нравится это слышать. Но вам нечего бояться. Помните историю Давида и Голиафа? Однажды Голиаф вышел на поле сражения. Его целью было поработить Израиль. А Израиль — это символ церкви. Саул, помазанный лидер, сразу же убежал от Голиафа. Народ тоже был напуган. Брат Давида, предводитель армии Саула, очень сильный человек, тоже убежал. И тут пришел Давид. Ему было 17 лет. Это было внезапно. Прочитайте эту историю и найдите место, где Бог сказал Давиду атаковать Голиафа. Вы не найдете упоминания, что Бог что-то говорил Давиду. Кто-то из вас молится, но вы ничего не услышите. Вам нужно встать с места спокойствия, встать на ноги. Пойти вперед, чтобы Бог пошел вместе с вами. Во имя Иисуса Христа станьте проактивными. Да, в первую очередь в нашей жизни должна быть молитва, но мы не можем только молиться. Нам нужно молиться и действовать, молиться и трудиться, молиться и делать возможное во имя Иисуса. Да, в жизни Давида было много случаев, когда он спрашивал Господа, но в этой истории Давид не получил слова от Бога. Ему нужно было просто перейти к действиям. Не нужно спрашивать Бога о пожертвованиях, не нужно спрашивать Его о десятинах. Есть пасторы, которые размышляют об открытии церквей. И я спрашиваю, когда вы откроете церковь? А они отвечают, мы ждем слова от Бога.
Я спрашиваю, почему Бог не дает вам слова о том, что вам пора открыть церковь? Почему? А в Библии нет стихов об этом, кроме неверной интерпретации 13 главы к Римлянам. Я жду, что Бог проговорит ко мне. Что такого должен сказать вам Бог, чего Он еще не сказал? Он столько раз говорил это в Библии, идите. Молитва и сидение на месте ничего не изменит. Вам нужно встать с места блаженной уверенности. Я очень люблю всех наших прекрасных зрителей. И не хочу вас обидеть, но все-таки. Встаньте со своих мест, со своих диванов. Кто-то из вас потягивает капучино, сидя на кровати, пока я проповедую Слово Божие. Вернитесь в Дом Божий, оденьтесь утром. Иисус вышел из гробницы. Пришло ваше время встать с кровати, встать со своего стула и вернуться в Дом Божий, самое безопасное место в городе во имя Иисуса. Я люблю вас настолько, что буду говорить вам истину непрестанно. В одно мгновение, когда в ситуацию вмешается Бог, все изменится внезапно. Я изучал право и не думал о служении. Нужно быть немного не в себе, чтобы захотеть быть в служении. Бог либо призывает вас, либо нет. Все вы уже давно знаете, что я совершенно неподходящий кандидат для служения. Но это я не выбирал самого себя. Я никогда никоим образом не желал стать пастором. Никогда. И вообще ни за что. Ни на грамм. По крайней мере, кто-то из вас этому рад. Бог коснулся меня внезапно. Слышите, внезапно. Я хотел изучать право. Заниматься политикой. Последнее, о чем я думал, это быть в служении. Кто может этого захотеть? Только тот, кому больше нечем заняться. Раньше в служение приходили те, кто не мог найти никакую другую работу. Затем на него начинали давить и бизнесмены, и власти. Так что качайте мышцы рук, чтобы быть сильными. За 35 лет у меня было много таких случаев. Бог призывает вас, и все, что вы можете ему ответить, так это «да». И вот тогда все меняется, все. Вам хочется заниматься этим, а Бог говорит: «Нет, давай делай вот это». Я говорю о себе. Надеюсь, вы это понимаете. Понимаете, да? А вы что думаете? Я стою здесь по своей воле. В одно мгновение все может измениться, когда приходит Бог. Апостол Павел был убийцей, гонителем, а вдруг три дня спустя. Он уже проповедует Евангелие благодаря одному внезапно. У многих сидящих здесь тоже был такой внезапный момент с Богом. Вы были пьяницей, грешником, а затем Иисус коснулся вас. Кто-то из вас остается нейтральным. Вы все еще сами сидите на троне своего сердца. Если вы сегодня умрете, вы даже и не знаете, попадете ли вы на небеса. Вы живете своей жизнью. Но так не пойдет. 2000 лет назад произошел божественный обмен. Это было внезапно. Но весь этот план был составлен Богом ради спасения человечества. Это произошло так, как никто не ожидал. Поэтому люди не принимали Иисуса. Он пришел к своим, но свои его не приняли. А тем, кто принял его, он дал власть быть детьми Божьими. Он пришел как человек, как младенец, рожденный в хлеву, а люди ждали царя, фанфары, политика.
А Бог посылает ребенка. Да? Бог посылает маленького ребенка. Он просто лежит и кричит. Бэ. Хотя нет, так говорит овечка. Он посылает Спасителя в этот мир в облике младенца, а затем внезапно с небес звучит хор голосов. На земле мир, в человеках благоволение. Это новое явление Бога. Это резкие перемены восприятия Бога. Он не Бог осуждения. Он Бог благодати, милости и любви. Я знаю, что наш телеэфир уже заканчивается, и я хочу сказать, что Иисус любит вас. Сегодня утром у вас может случиться ваше «вдруг». Но для этого вам нужно одеться и прийти в церковь, где проповедуется Слово Божие. Но уже сегодня, там, где вы есть, вы можете положить руку на сердце и сказать: «Иисус, я доверяю свою жизнь Тебе, и я приглашаю Тебя стать моим Господом и Спасителем во имя Иисуса. Аминь».